Всем привет, ребята! Меня зовут Сабина Айрис, и сегодня на моем канале будет необычное видео. Я буду распаковывать посылку с корейской косметикой, которую отправляют по Казахстану, что очень хорошо. Вообще, корейскую косметику сейчас продают буквально на каждом шагу, но мне хотелось именно заказывать интернетом, мне так намного удобнее. Вот такая посылочка пришла буквально сегодня, и сейчас мы ее откроем. Анбоксинг, да? У меня есть даже ножичек для этого, подготовилась, знаете ли. Я надеюсь, я там ничего не поврежу внутри, потому что, зная меня, я могу. Я открыла сбоку, и мы видим, что хорошо запаковано. О, боже, это получит ленту. Все, Сабина не остановить, это очень классно. Кто их тоже обожает, ставьте лайк под этим видео. В принципе, я довольна. Ну, тут и вся косметика для меня. Окей, так, вот это меня очень интересовало. Потом тут есть у нас гель-огурчик, который очень классный. Но он очень маленький по сравнению с вот точно таким же кремом, который у меня дома стоит, с алоэ. Следующее, что мне пришло, это два тонера с чайным деревом, которые в основном предназначены для жирного или склонного к жирности типа кожи. Кстати, если это видео наберет нормальный просмотр, и вы захотите видеть что-нибудь такое на моем канале насчет ухода, насчет вот этих средств, которые я попробовала уже, то я обязательно его сниму, если вы попросите об этом в комментариях. Так, следующее. Ну, здесь есть листочек. Указано наименование, цена, количество. В этой связке у нас 4 средства. Первое. Вау. Это то, что я хотела. Это пенка от Тони Моли с алоэ. У меня была от Nature Republic с алоэ, и я решила попробовать с Тони Моли. Попробуем ее. Очень круто. Следующая точно такая же умывалка с ацеролой. И вот это вот тоже для чувствительной кожи, вот такое с пчелиным ядом, прополисом, очень противовоспалительное. Я думаю, оно мне понравится. О, боже, боже, не падай. У меня улетело алоэ. И у нас тут крем для глаз от Secret Cave. Мне понравилась, в принципе, доставка, все качественно, быстро, удобно. Я надеюсь, вам это видео понравилось, оно было интересным. И на этом оно, собственно говоря, подходит к концу. Если вы хотите продолжение или еще чего-то, пишите обязательно об этом в комментариях, чтобы я знала и снимала для вас. Все, это было слишком долгое окончание видео. Всем аривидерчи!